তাদের খুনি ও বাবা বাবা দাদাই দিলা শনশালাই উড়ছি Всем низкий поклон. Спасибо. А также нашему прибою, а также нашим ведущим, а также нашим красивым. Спасибо. Статуэтку, пожалуйста. Спасибо. Самое доброе, самое искреннее. Ваша коллекция пополняется золотой статуэткой. Так, это раз. И вот. Спасибо, Варкала. А давайте громче, а? Хочется кураж поймать в конце концов. Спасибо вам. Итак, он певец, он композитор, он исполнитель, он ведущий актер двух театров. Театра Русского драмтеатра имени Максима Горького и Ладского театра имени Финди Копиева. Ну и на сцене тоже, безусловно, он сегодня здесь вместе с нами. На этой сцене Абду Мурадов! Валлах дулу вия в эрши васавгу Навинни дулу на хисмеш кавгуну Вильмарца хуши в рульну тингу дурну Джавугу ирмугу тиву дирхуну Эрши васавгу вихьялу хи дурну Эрши васавгу вихьялу хи дурну Спасибо, Варчала Мумаса. Спасибо. Подожди, не уходи, статуэтка. По праву тебе за то, что ты, как говорится, делаешь, поешь, радуешь нас и всех поклонников, безусловно, лучшими песнями. Наш концерт продолжается, и нас сегодня радуют самые яркие, самые именитые артисты нашей дагестанской сцены. Причем те, которые выбрали вы, друзья, вот потому именно. Что вы голосовали еженедельно, ежемесячно, ежегодно. Вы голосовали, сегодня они здесь вместе с нами. Представляем следующего участника? Представляй сам. Естественно, само собой разумеется, я забыл. Потому что мужчины, как правило, могут и любят делать комплименты таким потрясающе красивым женщинам. На сцене Супайнат Гасан Гусейнова, ваши аплодисменты! Ханиги, шивуду рот
Здравствуйте. Самые горячие давайте подарим мы. Мы сегодня очень рады вас видеть. Мы сегодня безумно рады были вас слышать, вашу песню. И, безусловно, мы очень рады были вас наградить той наградой, которую вы по праву достойны. Спасибо. Итак, на сцене... Профессионал своего дела. Человек, который в год 2, 3, 4, 5 концертов с аншлагом. То есть востребованная певица? Естественно, само собой разумеется. Наида Абдулаева на этой сцене!
это история собственного вдохновения, друзья. Аплодисменты. Самые горячие, самые-самые жаркие. Сейчас, одну секундочку. Что? Все нормально, все отлично. Прямо сейчас новая песня. Это «Лезгинка» в исполнении хорошего боевого зажигательного парня, который, несмотря на свои молодые годы, сегодня востребован и безумно популярен. На сцене Апанди и Исмаил Гаджиев! Солнце на хебо
ашедун, ашедун, тут за сапида, за сапида. Сородоро, хиналде, шеладуну духе, шеладуну духе. Шуреди, шуреди, роту сарина, роту сарина. Дуну отсу, линахе, вухуле брака. Баркала, баркала. А Пантис Павел Гаджиев поздравляем с удачным выступлением на этой сцене на очередном годовом общенациональном проекте. Подожди, статуэтка. Всеобщее признание за вклад развития общенациональной дагестанской культуры. А Пантис, тебя награждаем. Юля, баркала, дагестан. Спасибо. Молодец, достойный, очень уважительный, воспитанный. Воспитанный, друзья, вот говорят, звездность, да, вот она, по-моему, к нему неприменима ни в коем случае. Хотелось бы, чтобы все звезды равнялись на таких молодых, стройных, как Апанди Исмаил Гаджи. Вернемся к нашему концерту, собственно говоря. И прямо сейчас мне бы хотелось остановиться, сказать несколько слов о нашей гости, которая приехала из города Москвы. Кстати, впервые в Дагестане сегодня. Да, это композитор, это исполнитель, это очаровательная дама, которая сегодня порадует нас своей песней. И, кстати, песня, которая специально была написана к этому событию. Песня называется «В Дагестане». На сцене гости из Москвы. Валида! Ваши аплодисменты! Добрый вечер, опущу руки! Яркими красками жизнь твоя полна, но иногда сердце твое печаль, на душе тоска, а в глазах слеза. Я прошу тебя, сбрось свою печаль, гости ждут тебя. Маленьком раю звезды и луна, про любовь пою.
Спасибо. Валида, примите, пожалуйста, пусть она сегодня будет первая. И, кстати, в вашей коллекции далеко не последняя здесь у нас в Дагестане. Я очень надеюсь, наверное, зрители подскажут сейчас, последняя или нет. Ой, Валида, у нас зрители такие гостеприимные. Очень и очень гостеприимные. Щедрые на аплодисменты. Спасибо. Именно те, с которыми мы бок о бок работаем практически каждый день и каждый день, каждый праздник. И не только праздник. На сцене Алиса Шахназарова, Азим Давыдов. Добрый вечер еще раз, уважаемая публика. И снова здравствуйте. Добрый вечер. Так, ребята. А они с пустыми руками, да, судя по всему? В общем, дипломами мы сами себя награждаем. Вы сами понимаете от нашего Спасибо. Руководства. Да, Юля, пожалуйста, тебе. Сейчас, наверное, самое первое, что ты будешь здесь лицезреть, это, наверное, наличие денег, да? Юля, я проверял, здесь ничего для нет. Для меня, честно говоря, я знаю, где есть деньги. Спасибо большое за внимание. Мы обязательно увидимся с вами на этой сцене. Всех благ. До свидания.